Так, я продолжаю запись. Третий файл на сегодня. Ну, почти 5 минут. Отлично. Сейчас можно перекусить яблочко.
Тебе что, летать негде? Еще в другом месте яблоки халявные. А приступила соса. Я бы маленький раз делаю.
Бёрзые, бля. Хотя я такие по жизни вообще брёл. А по сравнению с белым нальём, дофига твёрдо.
Самое главное то, что сколько бы яблок не съел, ни какой тяжести, там, хоть потом усталости, сонливости не чувствуешь. В отличие от того, как ты ешь там супы большие, мясо там какое-нибудь, там вообще завал. Просто от того, что в живой растительной пище такие вещества, так называемые энзимы. Энзимы. Наш желудок – это своего рода определяющая лаборатория, да? Определяет, какую кислоту, какую среду нужно выделять, кислоту, кислотную или щелочную для переработки пищи. Если есть энзимы, то благодаря им выделяется щелочная среда, и под действием энзимов это щелочь, и яблоко само собой растворяется в течение получаса, ну или там через полчаса. Вот количество, если ты переел яблок, то лишнее просто потом выйдет, там не переработаешь, если там, ну в общем, чем ты больше ешь, тем больше лишнего выйдет. Но если ты переешь мясного или вареного, то это может отложиться где-нибудь там в ненужных местах и застрять надолго. Или ты поел на ночь, то есть если на вареную пищу животного происхождения затрачивается сутки до 80% всей расходной мочевой энергии. 10% идет на физическую активность, 10% на умственную деятельность. Ну так говорят. Я же не могу сам посчитать на самом деле. Вот. Когда питаешься растительной пищей, энергия вообще не затрачивается почти. В результате все эти 80% идут на то, что организм самоочищается. Это очень существенно на самом деле. Поскольку я практически не болею, мне трудно почувствовать разницу. Если, допустим, я был там, имел лишний вес, там, да, какие-нибудь заболевания, постоянная слабость и тому подобное, я бы перешел бы на такое питание, бы ощутил разницу. Вот. А так я по себе особо разницы не чувствую. Но вообще оно очень существенно отличается. Рекомендую всем, у кого есть лишний вес, те, кто действительно просто на своей жизни и жизни близких себе людей, либо друзей, знакомых, осознал, что такое неправильное питание, каким последствиям не приходит, действительно перейти. Постепенно перейти на питание сначала вегетарианское, веганское, сыроедение, моносыроедение, фруктоедение и узнать реальную разницу в своем состоянии. Я люблю очень яблоки. Ни один другой фрукт, как я раньше говорил, яблоки — это моя страсть. Яблоки и гречка. А от гречки я отказался, от яблоки как грязь. На земле сейчас валяются, никому не нужны. Хотя в конце весны я их по 40 гривен покупал за килограмм. Вот так вот бывает. Понимаете, если бы я сильно хотел заработать деньги, даже чисто теоретически, если у нас вишен, шелковицы, яблок, орехов, груш, как же грязи, реально, она никому не надо. А возле вокзала, возле Южного, по субботам и воскресеньям у нас стихийный рынок, можно было бы насобирать и ездить продавать.
Но я не хочу этого делать. Понимаете? Ну, мне реально сейчас деньги, кроме как, ну, не знаю, там на интернет и платить за свет. И мне сейчас на данный момент не нужны, но придет зима, я это прекрасно понимаю. Зима яблок не будет на деревьях. К тому времени я все-таки надеюсь уже перейти на прану. Даже если не получится, есть другие варианты. Там какие-то варианты, это будет все потом. Рассказано, показано. Единственное, что плохо, что у меня это зимняя одежда. Это есть она у моего отца. Курточки можно одеть что-нибудь другую одежду. Не особо ходить некуда. Работы я искать не буду. YouTube это, конечно, не работа, особенно сейчас, когда все доходы упали после начала войны. Где меньше денег стало, они стали меньше тратить. Ну и дело не в том, что я вот это вот снимаю, чтобы заработать на рекламе. На самом деле реклама не приносит тех денег, чтобы даже окупилось видео, окупили результаты на интернет и на электричество. Это происходит очень медленно. Допустим, за прошлый месяц всего лишь там 3 с копейками доллара накапало. Так. Хотя в прошлом году до войны было несколько раз, там пару раз, 12-15 долларов за месяц. Вообще я уже рассказывал о том, что собираюсь рекламу отключить. Но пока я не могу этого сделать все-таки.
я стал замечать, когда я успокоился, то еще ладно. Когда я ем яблоки, я могу ходить в туалет, но не мочиться, а прожать кишечник. Раз, два, три дня. Это о чем говорит? То есть, по сути, кала – это то, что лишнее, непереработанное нашим организмом, неусвоенное. И яблоки, поскольку яблоки именно как бы живой продукт, не фитрана и энзимы, поскольку я редко хожу именно после яблок, это говорит о том, что большая часть яблок усваивается организмом. А уже все остальное выводится, допустим, как это происходит, сначала кишечник, да, там растворяется, потом сначала желудок там растворяется, вот здесь щелочи и энзимы, потом кишечник, там так называемая микрофлора, флора это, кстати, базиня растительности, а вот фауна базиня животных. Так вот, на самом деле, правильно было называть эти микроорганизмы фауны, микрофауны. Ну ладно. Так вот, это вся микрофлора потом питается. Значит, яблоко тоже содержит целлюлозу, там такое, что желудки не переваривается. Питаются они как перелозы. Вот, потом в дальнейшем они сами перерабатываются, перед этим они выделяют аминокислоты, витамины, то же самое B12. Вот, потом это все всасывается постепенно кишечником, но уже клетки потом это как бы усваивают и выделяют в результате своей жизнедеятельности вещества, которые токсичны для нашего организма, они тоже выводятся в толстой кишке, то, что называется калом. Вот это у меня происходит раз в 2-3 дня. Последний раз это было почти 2 суток назад. Вчера, сегодня, уже сутки, 2 суток назад.
О. Что мне эти листы не нравятся? Что ли, 100 грамм яблок прям только съел?
Знаете, когда я был на автовокзале, был несколько южным, эти все нервы этого скандала, из-за того, что бабушку оставил, проблемы отца, блин, эти все соблазны в магазинах, киоски, еще на... у меня были деньги, но я понял, что я дал обед, ничего не есть. Вареного, перченого, жареного, вареного. Все-таки не выполнил свой обед, свои обещания. На тот момент эмоции оказались сильнее меня, хотя у меня голода не было. Это был не физический голод, это были чистые эмоции. Это привычка успокаивать свои нервы едой. У меня такой привычки в принципе не было. Я всегда когда нервничал, это было чаще всего на работе. Тогда я просто работал. Вот. Я пытался находить выходы, а не решать проблемы, не успокаивать себя едой. Просто было очень много работы, даже некогда было поесть нормально. Иногда я без перерыва работал. Иногда только полчаса брал, чтобы поесть. Там камили, там суп, хлеб. Можно было набрать вес и поддержать его. Я обед не сдержал. Я давал обед, записывал это видео, я его до сих пор не удалил. Но сейчас вот я понимаю, что надо как-то заканчивать с этой едой. Вот. Потому что бывают такие ситуации в жизни, когда ты понимаешь, что ты очень зависишь от чего-то, либо от кого-то. От работы, от семьи, от государства. А оно бац и война, либо бац и холод, либо бац и инфляция постоянная. Причем неизвестно, что завтра будет. Никто не разгорадит, чтобы больше времени спили. Поэтому нужно искать альтернативу. Понимаешь, что материальный образ жизни и мысли ничему не приводит. Ты зависишь, ты подчиняешься своим эмоциям, ты находишься в рабстве. Вот это как мушка попала в сети к пауку. И чем больше там ерзаешь, тем больше ты запутываешься, сигнализируешь паучку, что вот она, я здесь поди. Так самое ты. Сначала ты учишься, ты учишь, как надо работать, что надо покупать. Потом ты работаешь, потом ты заводишь семью, она тебя еще больше в этой сети запутывает. Потом ты лишаешься работы, но у тебя семья, ты начинаешь каким-то образом изворачиваться, крутиться еще больше в этой сети и запутываться. В результате начинаешь воровать, красть, потом... До этого еще пить, курить, да, небрачные связи и тому подобное. Все начинается с того, что ты материально зависим человек. Это ничем хорошим не приводит. Никогда никого ничем хорошим не приводит. Если человек научился контролировать, а если не научился, то начинать все это бессмысленно. Так или иначе, можно все потерять. Либо смерть в 45 лет. После операции, либо в результате оккупации военных действий, от двое сыновей и дочь потерять. Всю жизнь как-то подходит, не сможет. Твои детей вырастут.
То, что переел я. Дело не в том, что я действительно много съела, дело в том, что у меня уменьшился объем желудка. Раньше бы я такой порции не переел, у меня просто желудок был больше. Вот, но тем не менее я больше есть яблоки на сегодня не буду, чтобы потом ночью не стало тратить.
яблок.
интересно будет. Сколько я вижу? После яблок 8.7.1. Так, ладно, я камеру отключать не буду. Рано схожу в туалет. За 7.1. 700 грамм потерял. Так, еще примерно 15 минут.